Вы только посмотрите, какая маленькая, хорошая гарнитура. Так, значит. Сначала характеристики мы посмотрим, да? Так, вот. Наушники закрытые. Адаптивное оголовье, это вот эта хрень, да? То есть настраивается, да, ее длина, да? Ладно, вот это все хрень. В общем, они подключаются по Bluetooth 3.0. И поддерживают все общим профилем. Время работы без подзарядки 6 часов, а время зарядки 2 часа. Рабочая дистанция 10 метров. Аккумулятор 300 миллиампер часов, да? 300 миллиампер час, так. Так, вот по частотам. Стандартные от 20 Гц до 20 кГц. Вот то же самое, 6 часов работает. Эргономик дизайн. Не знаю, что это такое. И там, конечно, микрофон где-то. Но микрофон я пока не нашел. Вот, модель, соответственно. Он клик, да, он клик. BTM100. Так, вот он, смотрите. Пиздец. Пиздец, да? Смотрите, видите что-нибудь? Я тут ничего не вижу сейчас. Вот. Солнце все засвечивает, вот. Кнопка включения-выключения, вход для, то есть, для провода. Светодиод многорежимный очень. А для адаптера питания что-то, да, вот с кнопкой управления и переключения треков, да, даже эквалайзер есть. Вот, это для телефона исключительно наушники, так для музыки. А есть, вероятно, версия с MP3 плеером, потому что тут вот есть для флешки разъем. Но эта версия у нас без MP3 плеера всего-то получилось за 600 рублей. Чего вы хотели? Так. Надо показать еще, что там в комплекте было, перед тем, как мы это включим. Комплект вообще-то минимальный. Вот такая вот подзарядку хрень, да, от компьютера. Или от другой зарядки, да, без самого зарядного вот этого устройства для розетки, да. И вот этот вот... Вот этот, да? Разъем, он гнутый с завода прям. Не знаю, видно это или нет, но он гнутый, он кривой. С завода, отвратительно, в общем, так что мы другим будем пользоваться, эту коробку положим. Вот. Вот провод для подключения к классическому оборудованию, которое не смартфон, то есть, да, вот. Одно в наушнике, другое в разъем, да, но он короткий, опять же. Ну, а беспроводным... Беспроводной вот этой гарнитуре, наушникам не надо как раз вот эта хрень. Так, выйди отсюда, хрень. Так. Значит, будем подключать. Когда вот их включаем, они вон раз так и замигало, да? Замигало и там завякало внутри. Я вам запишу сейчас звук. Чё она говорит? Вот к микрофону поставлю, и сейчас услышите. Устройство включено. Ожидание подключения. То есть оно говорит, устройство включено, ожидает подключения. Ладно, вот смартфон тоже купили. Купили смартфон, вообще офигительный. Офигительный флай, но тут ничего не будет видно у него. Главное, мне будет видно, и все. Потому что это от солнца, но никак не загородить. Так, Bluetooth надо, Bluetooth. Хуетус, так. Врубаем, да. Врубаем наушнички. Устройство включено. Ожидание подключения. Bluetooth соединение установлено. Вот. И после этого идем какую-нибудь музыку, да, врубаем, бесплатную. Что эта система вот эта вся работает. Фигачит, да? Вот. Я не хочу коммерческую музыку включать. А то меня забанят, идиоты, и все, что будут там делать, если звук тут не будет на этом обзоре. Но охерительно, за 600 рублей это охерительно вообще. Вот какая-то передача «Украинская смех». Хуярит громко. Во.
Ну и что еще надо? Охуетительно просто. Еще предупреждения всякие имеются, да, если выключим, допустим. Имеется дофига всяких предупреждений разных. Минимальная громкость, максимальная, еще что-то. То есть, да, включено, отключено. Приятно все, по-русски все озвучено вообще.